люди гораздо умнее, чем можно там предположить. Чем они о себе думают? Ну да. Я все-таки больше практик. Например, есть понятие АЭС, да, есть понятие такое, как там карма. Если говорят, что вот, а зачем там спасать атомную станцию, а вдруг у них карма? Ну, в общем-то, мне вот эти рассуждения, в общем-то, на логическом уровне, они таковы, что это все равно, что, ну, предположим, там, специалисту по авиационной технике, который отвечает за конкретный двигатель, сказать, а зачем, вот, может быть, там какой-то алкоголик летит, и смысл, да, спасать этот самолет. Но он же умеет спасать самолет, во-первых, моральный уровень, да, во-вторых, человек не может быть плохим или хорошим, Бог создал каждого, в общем-то, по равенству к Богу. То есть алкоголик он или там кто, это уже другой вопрос, Бог его создал. Поэтому вопрос такой, то, что я говорю, это конкретно практический случай, что вопрос все-таки стоит, что по большому счету есть там какая-то карма там, или ее нет, я все равно буду спасать эту АЭС, лишь бы люди выжили. То есть я... Лично? Да, да. Это моя личная практика. Мне нужно... Я если рассматриваю процесс, может, процесс затронет там миллионы людей, в первую очередь, я их все равно спасу. То есть я не... Но под, а я, моральный долг. Например, вы идете по тротуару, да, можете подхватить человека, если он падает. Вы подхватите его. Ну так, по-человечески подхватите, да, я то же самое. То есть вы считаете, если у вас есть такие способности, надо... Да, а куда, в общем-то, здесь, с точки зрения человеческой, здесь как бы другого выбора нет. Вы же все равно помогаете ближнему, значит, и... Ну, а душе человека вы не повредите? Ну, а душа человека при этом... Если человек не будет уничтожен, да, в ядерном взрыве, то душа от этого только выиграет любого человека. И поэтому, как бы, ведь, по сути, я как раз ввожу специально, что целостность тела человека – это самый основной атрибут современной цивилизации. Потому что стоит только где-то допустить, что тело – это как бы, не, ну, именно физическое тело, не, ну, не того уровня, что ли, предмет обсуждения, надо думать о душе, то вполне может быть мы расплодим достаточно большое количество желающих отжать ядерные кнопки, которые как бы будут считать, да, причем там здесь тело, душа, она все равно вечна. Но тогда пусть они докажут, что их душа в этом случае как бы вечна, да, в таком процессе рассуждения. И поэтому вот именно ценность тела в существующей цивилизации — это, в общем-то, прерогатива развития следующих поколений. Они должны очень ценить тело физическое. Тогда они будут давать меньше возможностей, да, развития ситуации, где тело можно уничтожить, например. И вот с этой точки зрения я все-таки еще же, ну, по образованию, в том числе и математике, я еще и логически здесь как бы ставлю, да, позицию управления. Если есть хотя бы один логический статус, позволяющий сберечь человечество, то я его ввожу.